В Сургуте прошел ежегодный морской фестиваль. Этот опен-эйр уже в четвертый раз организовал культурный центр «Порт» в сквере перед учреждением. О том, как это было, расскажем в следующем сюжете. Вот мы пришли с ребенком и с крестницей. Все как классно. Вообще не ожидали, что будет так весело. Мне все понравилось. Понравилось лепить из глины. Какая у меня получилась большая рыбка. Мне понравилось... делать все из 3D-ручки. Мне, в общем, все понравилось на этом празднике. После и даже во время мастер-классов прошел концерт. Для гостей морского фестиваля выступили Алена Поль, группа «Coffee and Vanilla» и гости из Санкт-Петербурга дуэт «Zero People». Александр Красовицкий и Александр Заранкин, возможно, более известны широкому слушателю как вокалист и клавишник группы «Animal Jazz». Репертуар «Zero People» более спокойный и лирический. Судя по тому, как подпевали гости морского фестиваля, у команды немало поклонниц в Сургуте. О том, что с хедлайнерами организаторы угадали, говорят и многочисленные восторженные отзывы в соцсетях. Все больше и больше площадок, мастер-классов. Ну и наконец-то у нас появился такой знаменитый хедлайнер, питерский дуэт Zero People, который еще до мероприятия сделал большой ажиотаж среди их поклонников. Поэтому развиваемся и дальше больше. В первую очередь мы отталкиваемся от того, чтобы это были интересные музыканты, которые играют актуальную музыку и при этом ориентированы на широкую аудиторию, не какое-то узкое направление, но которое может понравиться максимальному количеству людей. И, собственно, это главный критерий отбора.